Сам себя поджег, молодец, дебил. Ой, тут, кстати, работает. Да. Если огонь расходит. Что я сделал это? Что я сделал это? К Дашку, а мне впадлу. Как бы. Ну, как бы... Здорово, чуваки, с вами снова Карл Джексон, это вообще пиздец полный. Я вот не могу без матов реально тут сказать, потому что смотрите, я вчера, до того, как на конференцию, ну, короче, там, до обучения, хотел бы играть в GTA-шку. Но из-за того, что я что-то там не так сделал, она у меня вылетела, в итоге экран погас, там что-то там не то произошло, я переименовал папку, чтобы не забыть, что всегда надо начинать новую игру. Я сейчас ее начал, и карта у меня идеально вроде как работает. Да, идеально работает. Потому что, когда я нажимаю... Короче, у меня когда игра автоматическое сохранение загружает, я загружаю сохранение, которое я сам лично сделал. Вот. Когда я нажимаю на карту, она мне вылетает. Как бы. Я такой, ёкарный баба, а что дальше делать? Я такой для себя, окей, все, всегда буду теперь... новое сохранение, то есть, ну, новую игру начинать. Все. И подписал себе папку. Типа, что новая игра. И что бы вы думали? Пиздос конкретно случился. Как бы. Поначалу я когда... Ну, вчера просто так чисто попробовал, поиграл. У меня весь игровой мир, он просто как невидимым стал. Здесь это особо не видно, как бы. Здесь как все, все как обычно, как бы. Все как бы. Вот. Пожалуйста, вот, кстати, Сайои. Сайои, как бы, вот, из литературного клуба, вот, как бы, вот, дом Каталины, вся фигня. Но, у меня было ССО совсем по-другому. Когда я сдох один раз, ну, несколько раз, когда я сдыхал, или когда меня арестовывали, игровой мир просто, вот, как будто бы, знаете, как будто бы, вот, реально, когда я умер, это реально такое ощущение было, ну, то есть не я, герой, персонаж, неважно. Реально... Да, у Сайори как бы села горло. Короче, игровой мир полностью отсутствовал. Такое ощущение, что она реально попала в преисподнюю. Он, ну, игровой персонаж, она, он, неважно. И вот, получается, я думаю, блять, а что за хуйня, как бы. Сейчас все идеально, вот все идеально. Игровой мир прогрузился, когда я загрузил сохранение. Вот. И когда, короче, сегодня я загружаю опять GTA-шку. Я пытался еще, хотел, кстати, подумал, что типа, если реально такой вот игровой мир отсутствует, то тогда вообще пиздос полный. И я тогда думал, блин, все тогда, все, у кого-то захочу удалить сегодня, думаю, удалю кого, ну, Нацуки Субару, там, я, кстати, его сегодня и так и удалил. И что получается, игра мне, этот гейм-моддинг, вот этот все, вот этот вот мод Unistyler, сказал, невозможно удалить из-за неправильного пути папки. Я такой, бляха, я ж переименовал эту папку. И теперь, короче, внутри папки есть папка для напоминания, что всегда начинают новую игру. Потому что лучше всегда начинают новую игру для перестраховки, потому что и она из-за этого не вылетает. Хотя бы, когда я на карту нажимаю. Как бы реактивный Томасян, он все знает, типа, говорит, типа, вот, рокстаровцы криво сделали... Ну, короче, что-то там они криво сделали, и когда нажимаю на карту после сохранения, то как бы да. Так, получается, мне надо в ресторан. Все, ну, возможно, скорее всего, зачастую, потому что, чуваки, я сам тупанул, опять-таки повторюсь, потому что я уже на 100 раз вам говорил уже, что типа, я удалил не пошагово, не вручную, поочередно каждую, а просто всех сразу удалил все моды. И из-за этого, сука, у меня большинство девушек прохожих, они Алекс. Из-за этого, да, еще плюс еще другие там моды на замен скинов, как бы, из-за этого тоже как бы вылетают. Ну, не вылетают, а игровой мир отсутствует в большинстве случаев, и как бы, ну, поняли. Вот. Такая вот хуйня. Ну, сейчас, если я телепортанусь и что-то пойдет не так, то... Да не, пока что все идет... О! Камон! Пожарный с огнетушителем. Класс. А, да.
Ну чё, я на escape нажимаю, чё? Я ещё хотел заранее открыть текстовый документ с подсказками, что мне делать, типа. Вот. А чё мне делать, кстати? Эй. Мне ещё, чуваки, я не знаю, надо в ближайшее время надо реально заменять компьютер, но... Мне пока денег нету, родители мне, у меня не так, и за интернет платят, и сейчас мне ещё фитнес мне оформили, как бы, и чё ещё. Да много чего на самом деле, чуваки. И так, родители за меня всё оплачивают, а я, блядь, ещё буду требовать с них компьютер, как бы. Как бы... Из последних сил реально он даже реально, постоянно, вот, ему уже до хера лет, и, ну как до хера, на самом деле он не 80-х же годов он, конечно, этот компьютер, но все равно как бы. Думаю, даже если я его реактивно Тормосяна попрошу как-нибудь опять там с доктором Вебом что-то сделать, потому что я опять-таки в последний раз пытался ввести в Яндекс браузер доктор Веб, у меня сразу он вылетел, как бы. Яндекс браузер просто сам по себе закрылся. Мне так, кстати, он постоянно, ну не постоянно, он иногда бывает, что сам по себе он закрывается. Сам по себе он иногда просто вылетает. Я даже ничего не нажимаю, просто сам такой короче, не отвечает, вот, не отвечает. Так, сейчас, если я пройду третью Санфьеру миссию, туда на потом получается собрать все чекпоинты. Я знаю, где это собирать. Но... Как бы я же там специально себе сделал, типа... И чё это за говно? Ну чему у меня опять? Вот видите, чуваки, это чё за пиздец, блядь? Подглючивает, это вообще плохо! Ну, блядь, ну чё за хуйня? Это пиздос, полный пиздос, блядь. Вообще реально пиздос, пиздосович, блядь. Ну, блядь, ну хватит лагать. Блядь, это пиздос, блядь. Меня никогда так GTA-шка не лагала, блядь. Никакие осилуэйдеры, ничего ей не помогают. Потому что у меня компьютер говно. Я как бы даже улучшил графику, но все равно. Чуть-чуть я ее улучшил. 640 на 480. А тут остается только на самую худшую делать. 640 на 400, как бы. Похуй вообще, кто что-то там скажет. У меня компьютер говно. И поэтому... Только на самую низкую, на самой низкой графике только играть остается. Все остальное, как бы, не в моих силах, как бы. Ну и чё? Мне GTA, ну тормозит пиздосы, как бы. Сейчас рандомные скины сейчас подберет, рандомную улицу сейчас мне подкинет, блядь. Все, не охота читать никакие эти катсцены, просто тупо. Серьезно? Воу! Нихера ты! Нихера ты, райдер! Нихера, тихо! Меня то не зацепили, смотри! Просто вертолет подбить, блять, и все! Ну дым их не убьет, как бы. Это факт. Не. Все, дальше идем. Ну все, пуляет и пуляет. Но он пуляет уже мимо, по факту. А как-то можно присесть? Не, погоди. Да в смысле? Вот так я иду нормально? Не, тихо. В смысле? А почему?
Я держу пробел вперед, прицел, но почему он не работает? Да блин. Так работает. И похуй. О, работает. Да блядь, если меня ранит что-то, то я замедляюсь сразу же. Сам себя поджег, молодец, дебил. Ой, тут, кстати, работает. Да. Если огонь распространяется, то получается, да. Он так с легкостью ранит. Тихо. И тихо, тихо, вот так вот надо сделать. Не. Тихо. Они что посадили с парнями из Грув-стрит? Дуй за мной. Меня в бизнесе прошло, мистер Джонсон. Сначала тебе черная метка, никогда не вздумай больше водить машину. И кончи этих мейкашек. Замечательно. Не мне говори, что ты дебил. Я перед собой, блин, это делаю. Да блин. Все? Короче, каждый понедельник и пятницу, а он отправляет деньги из Лос-Анджелеса в Сан-Фиеро. Куда, кстати, нам надо в Сан-Фиеро, да. Курьер с деньгами снова выехал из Лос-Анджелеса. Мы показали этому ублюдку. Эй, Кайл, парень, травка, которая тебе нужна, готова. Ага, она уже поджарена. Сбей вертолет. Серьезно? Ну окей, попробую. Только не на него. Блять. Надо спасать. А, он уже, кстати, сам пересел молоток. Крутая тачка. Я слушаю, честно. Так. Даже из-за того, что мы сделали, ублюдок. Мои друзья, парни из банды, все либо мертвы, либо попрятались. Тоже чувак. Фига как громко, блядь. Хули так громко, сука. Если хочешь, чтобы твой брат сегодня ночью спал с недонутым языком, отдай свою задницу, приезжай сюда. Тревога. Хуя так громко, блядь. Хули так громко, блядь, а? На записи все равно это будет громко, но я, блядь, постараюсь. Если что понадобится, звони. Я ей взять твою задницу, отвезти ее на лечение, ты не напишешься, идиот. И ей задница начинает рушиться, надо скоро убираться отсюда, поскорее.
Блин, чувак, как подразумевается бизнес по продаже хот-догов? Чёрт, ты говоришь, что машина остановилась, затем последовала стрельба? Тимо, езжай, Сиджей, мишени еще полно. Садись в машину, Сиджей. Я уже и так не сижу. Вот видите, 9 тут пропадают, то есть тут появляются обратно. А я хотел бы дать тебе один совет. В наши дни пилотами становятся. Йоу, это Джона, чувак. Приказ дорога, всему персоналу приказано следовать на поражение. Пятка, Сиджей? Здесь недалеко есть пейнспрей в Адлвуде, там нужны перекрасить. Гров король, если ты связался с Гров, значит твои дни сочтены. Черный 13. Чёрт, они говорят, что машина остановилась, затем заеду стрелять. Это уже было, блин. Ну да. Слушай, он покупал всякую дуду в районе Глен Парк. Уимзи, чувак. У вас нет разрешения на съемку этих планов, сэр. Тихо. Ёбаный рот. Чувак, я чуть не врезался. Это были парни Уимзи, они на месте. Хорошо, вместо главного. Куда едем? На пути находится эта проклятая бочка. Вперед, хей, йоу. Яху. Карл! Чё? Задержи их, моя девчонка выходит. Чёрт, они пытаются затранить нас. Это был обыкновенный рабочий день. О! Сбой в матрице, да, чёрт. Типичный случай, если много модов устанавливать и при этом забывать их нормально удалять. Точнее, тупануть и... Чё? Хей? Ну чё? Кстати, надо... я так и не посмотрел, насколько я выполнил. Вот статистика. Разная. 21%. В принципе, для... Я думаю, я не знаю, как бы... Есть, наверное, более-менее знающие люди в этом плане. Более, чем я. Да, 21%. До Сан-Пьер уже более-менее нормальный. Так. Просто брать все чекпоинты в NRG. Ну, я так, я знаю, где это все. Ну, сейчас запехаемся туда. Не, ну почему вот... Вы же видите, что происходит, да? Как бы. Так. Блять, а где это? Не знаю, где это, знаю. Ну где-то здесь. О, военная база, если на военную базу. Блять, мне может быть пиздос. Ну где-то здесь, короче. Не, стоп. Я же не тупой. Я же знаю, где это. Но если я на военную базу попал, это пиздос, как бы. Не могут и помешать. Надо аккуратно быть. Вот она, все, нашел ее, вот она. Как бы это почти что, это почти что на военной базе, почти что. Стоп, не-не-не, вот здесь, вот все, тихо. Это граница военной базы, во. Как бы, я раньше думал, что тут как бы чисто надо, как правильно это. Ну чисто конкретный транспорт иметь, вот этот NRG, что-то там 500-300, короче, какая-то конкретная модель. А тут нет, захожу. Им сразу все доступно. Пройди через все контрольные точки, пока время не истекло. Вот, NRG 500. А время-то не, уже бесконечное по факту. Так что пофиг. Репасха. На Y я нажму и не пропущу миссию. Сколько у меня там было? Да пофиг. Ух ты как. Смотри, я должен был зацепить. Да бля, так нечестно. Чпофиг. Репазха. Чё, блин? А!
Не улетай в воду, не улетай в воду. Вот он, кажется, будет пиздос. А где? Чё ничего не пролетел? Вот что это за хуйня, чуваки? Тут много Алекс. Надо убивать Алекс. Видите, опять игровой мир, он сдох. Сука, ненавижу, как это происходит. Чё я сделаю-то? Чё я сделаю-то, блядь, а? Вот чё я сделаю, блядь, а? Все уже, блядь, лоханулся. Где я вообще? Где вот я сейчас нахожусь, блядь? Я не понимаю, блядь. Пиздос, у меня тачка повернулась. Заебись просто. Вот. Давай переворачивайся обратно. Все. Так где я? Еще вылет. Тихо, тихо, не вылетай, блин. Не пугай. Залетай. Видите, далеко улетел, все. Герой мир не про... О, происо... Заебись, блядь! Да, блядь, уйди! Да уйди, выйди, блядь, из тачки, долбоёб! Это пиздос. Какие-то пиздос. Ничего не скажешь, это пиздос, полный пиздос. Просто вот полнейший пиздос. Ага. Блядь. Чё он тупит, блядь, а? Я запрыгнуть туда не смогу. Конечно, блядь. Да, блядь, ну хватит, блядь, зависать, гиташка ебаная, блядь. Хотя бы так. Запрыгивай. Да, блядь, чё за тормоза? Серьезно, блядь? Вот серьезно, блядь? Они еще и лодку, блядь, мне под... Вот, уёбки, блядь. Лодку-то нахуя мне подсовывают-то, блядь, а? И эту лодку просто возьму, блядь, нахуй, уничтожу. Хотя, если я сейчас в неё войду, то я не уничтожу. Хорошо сделаю. Ну? Я на ней не смогу выполнить никакого трюка. А, не! Проще могу сделать. Выйти из тачки нахуй. Да, блядь! Что за говно? Тренер, блядь, хорош лагать, блядь. Блядь. Ну! Да, блядь. Ну! Деактивирует. Как мне это заебло, блядь, все? Активирует. Сейчас деактивирует. Ну! И чё? Вот сейчас активирует. Сука. А почему? Сука. Активирует. Активирует. А где? Я забыл, что он там заактивирует.
Все. Идем дальше, что я сделаю, блядь? На лодке я нихуя не выполню. Да ладно, можно все равно выполнить. Я не хочу это выполнять на лодке. Почему именно на лодке? А вот серьезно думаю, что я захочу это на лодке выполнять. Вот серьезно? Где же захочу? Ну что я это смогу вообще, в принципе, сделать, да, на похуй. Это же выбраться из лодки! Тихо. Еле-еле выбрался из этой ебучей лодки. Ну, кстати, поэтому. Короче. Херачим дальше. Чё сделаешь, блядь, если эта игра такая вот подставная? Ну, блядь, игровой мир, видите, как погружается. Все за это ебучий Алекс, сука, сдохни, блядь, шлюха ебаная, блядь. Сдохни, пидораска ебаная, подожгла меня, блядь. Пидораска, почему пидораска? Шлюха лесбиянка, как бы. Тут одна Алекс погружается, блядь. Сам я, блядь, виноват, что её, блядь, накачал, блядь, тут. Новые знакомые. Ну? Я не хочу смотреть на это чистилище. Вот что за хуйня? Пора с ним покончить. Ну давно пора, блядь. Хули так долго? Надеюсь, тебе больно. В чем дело, Баблан? Ты уже устал? Я давно, блядь, уже устал. Надеюсь, тебе больно. Заткнись. Хочу похуй на все эти диалоги, мне уже заебало это все. Не буду ничего читать, просто лишь бы пройти, потому что мне реально же заебало, блядь. Заебали эти диалоги, заебало это все говно. Дополнительно. Субтитры выключить, все заебало. Не буду ничего читать. Похуй. И почему, блядь, музыка такая громкая? Почему музыка, блядь, такая громкая, блядь, а? Потому что я убавил основной звук, я понял. Репасха. Менты, козлы, сами, блядь, блядь, идите нахуй. Нечестно, блядь. Все, отъебайся, не готов посмотреть. Смоук! Тихо, вот они специально сами заворачивают, так чтобы меня, блядь, подловить. Да идите, вот пидорасы, блядь, реально заебали, блядь. Специально, сука, она подрезает меня. Я в них врезался, суки. Да. Видите, нихуя не вижу, блядь.
ебать, ебучий Алекс, сука, сдохни! 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 Это не значит, что я хочу ее убить в Half-Life 2? Просто, сука, она нагружает мне игру. Я сам тупанул, как бы, и теперь я желаю, чтобы она сдохла. А как мне по-другому, блядь, быть? Только переустанавливать гташку, а мне впадлу. Как бы. Ну, как бы, это не решит проблемы, если я буду ее постоянно убивать, потому что... Ну... Чирикни птичек, вот эта вот музыка вообще. Офигенная. Я, короче, решил спародировать киберпанк. Реально. Киберпанки такая же поначалу была херня. Ни разу в него не играл, но слышал, вот, что вот часто вылеты вот эти вот такие вот у него там присутствуют. Не вылеты, ну вы поняли, вот такая вот херня вот. То, что дороги еле прогружаются, там, прочая херня. Ты иначе, если каждую строчку читать, я вообще, блядь, и врезаться буду постоянно плюс. И так тут нихера не видно из-за нагрузки скинов этих. Чем тут одна Алекс виновата? Вот одна Алекс. Как бы то, что я установил другие там скины, это нет. Тут Алекс именно виновата. Хотя, возможно, тоже. Ну, как бы да. Как бы сам виноват, как бы. Я вас переустанавливаю, впадлу, кташку. Просто я не знаю, какие реально сейчас эти папки какие надо сохранять, чтобы вот, в случае чего оставить только чисто вот конкретно, вот одну конкретно эту, и все. Типа Клео надо оставить. Тогда я проеду. Чё, я ничего не сделаю? Да, я проеду, мыток, сука. Заебись! Сейчас я так сделаю. Если сам влезу в это. Продвинуть его. Потом толкнуть. Зира мертв, заебись, блядь! Ебучий, блядь, вертолет, блядь, самолет! И ты еще, сука, тут меня раздражаешь своим присутствием, блядь, сука, сдохни! Потом, наверное, с активным термосадом разберусь, что мне удалять, что мне не удалять.
Какие-то прогрузки игрового мира, понятно, что напоминают. GTA Samp. Наверное, до сих пор такая также прогружается, но возможно, я не знаю точно. Но по крайней мере, когда я первый раз это увидел, именно так же игровой мир прогружался. Сначала было чистилище, а потом постепенно там города, деревья, вся фигня. Well done, Carl, да, well done. Как бы с этой игрой просто заволданился. Эммет. Куда сюда? Да ёб... Тут как назло не все погружается, поэтому я врезаю в большинстве случаев. И где? Куда ехать-то, блядь? Куда, блядь, заехать-то, блядь? Я не вижу нихуя, блядь, сука! Сюда, что ли? Я не вижу нихера. А. Блять! Да, блин, ничего не вижу, блядь, сука! Сдохни! Ah!
Там же! Да ёпта! Ай-яй-яй! О, канон! Я ничего не вижу, вообще ничего не вижу, блядь, вообще вот нихуя не вижу. О, кстати, 2М это только сейчас заметил. Вместо Катали... Как это работает, блядь? Вместо Каталина должна быть Алекс! Ну, блядь, идите нахуй. Типа, потому что и так слишком много Алекс, да? На это намек. Одна, а, кстати, один раз, а... Кого я, получается, видел в катсценах? Алекс... Эмилио. Может, я Мик увидел, но не помню. Вау. Алло, мага. Я сразу сбрасываю звонки, потому что я не читаю никакие субтитры. Давай, отвечай, блядь. Ты че, издеваешься? Че за хуйня? Сбрасывай, только звонок. Все. Сохраняемся. Почему не видно? Эй. Что по времени? Что 12 часов? Сколько мне, наверное, играть еще? Надо сейчас тпхаться тогда, получается, опять туда же. Что я там задумал? Как бы. Сколько времени это, блядь? Сколько? Долго прохожу, долго! Весьма, блядь, долго, сука, прохожу. Похуй, как бы. Что сделаешь, блядь, если... сука, почему в оконном режиме, блядь, он открывается, блядь, и долго, блядь. Почему? Так, сейчас я... Так, если не ошибаюсь, где-то вот здесь. Да-да-да-да, вот здесь, все. Как бы справа от корабля, слева от корабля, наоборот. Во, вот здесь вот. Так, получается... как-то так? А где? Где транспорт? Сука, нету транспорта, все, и... И чё, транспорт где-то тут? Нет, транспорта нету. Они тут... Отстань, не буду ничего выполнять. А тебе ничего не буду. Хотя если сейчас это выполню, тогда по-моему туда могу. Это было стандартно, надо тпхаться. Не впадло. Не, не впадло. Может, транспорт где-то в другом месте? Нет. Транспорт все время должен быть здесь. Вот на этом же месте. Чё? Не упади. Нигде, кроме как этого места, он не должен быть. Ладно, выполняем дальше еще миссию. Пять 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 служба быстрого реагирования. И так далее. Тут будет, наверное, скорее всего, очень сильно у меня горит жопа. Из-за того, что, сука, тут нихера не погружается нормально, из-за того, что тут слишком много Алекс. Слушай, причем Алекс не видно, на самом деле. Она может быть в качестве водителя там или чего-чего. Или это просто уже все. Такая сила привычки у GTA-шки сейчас. Игровой мир искажать. О, блядь, как назло, сука!
Вы меня не видели, все, идите в жопу. Идите в жопу, суки. Как справедливо, блядь. Вы специально, блядь, подстроили так, чтобы меня найти. Нигде не выехать, да, и тут тоже нигде не выехать, да? Сука, тут специально невидимые какие-то стены поставили, чтобы я ничего не увидел, блядь, и... Стоп, короче. Тихо. Тихо. Чуть не задел. Че на меня сразу наезд-то, блять, а? Че хуй? Да, она специально. Это байт такой, чтобы я его ударил. И потом, чтобы меня подставили, блять. Это нечестно, блять. Иди нахуй. Оо, тут вообще нихуя не видно, блять. Игровой мир не погружается, это пиздос. Хотя бы он исчез. Это какая-то жопа. Я мимо попадаю, блядь, потому что тут невидимые столбы, блядь. О. Ну. Ну, кстати, и так был ки изначально. О. Я не вижу нихуя, блядь. Да, блядь, где? Куда я должен подойти-то, блядь, а? Я не вижу нихуя! Да, блядь! Неужели? Ну! Что, вылетело? Нет, пока. Синего цвета, ага. На грузовике сейчас приедет. Вон, грузовик, кстати, вот. Реально будет очень сильно у меня гореть, чуваки, потому что это так несправедливо. Оно? Не оно. Цвет неподходящий. Может быть коричневый. Может на всех случаях. Они что-то там говорить, что должны, типа, вот это, типа, это вот тачка прокурора, вся фигня. Вот это она. Да, цвет подходящий. Причем прокурор и бабулька, это одни и те же люди, понятно. Так, это же рандом. Рандомайзер. Thank you.
Вот видите, я ничего не замечу, блять, и все, и пиздос. Вот что это за говно? Видите? Хоть и дорога прорисовалась, но препятствий-то нет. И на другой тачке, кстати, все время, когда я захожу в гараж на этой миссии. Что надо держаться просто середины. По краям стараться не это. Потому что если я врежусь, то мне надо вернуться обратно в гараж. Другому никак. Лучше дождаться, когда прогрузится у меня игровой мир. Я ничего не вижу, я врежусь. Я не хочу так. Так, вот все, хотя бы так. Хотя было видно дорогу. Так, сюда. Держаться краем, да, опасно. Так. Аккуратненько. Вот видите? Не видно, что тут здание какое-то, блядь. Вот здесь вот все. Очень аккуратно надо быть. Еще надо, чтобы у меня парковка, блин, нормально прорисовалась. А здесь куда ехать? Сюда? По логике. А где? Припаркуйла. Машин. Блять, ёб твою мать, вот видите, я не увидел нихуя из-за того, что, блядь, меня нихуя не прорисовано, блядь. Пошли нахуй за пиздец. О, миссию, идите на пидорасы, блять, уебу нахуй со всех, блять, суки. Пошли нахуй все, блять, пошли нахуй, блять, все нахуй, блять, суки. Пидорасы, блять, ебаный, сдохни, блять. Как мне заебала эта игра, блять. Вот ничего нельзя, блядь, сделать в ней. Вот нихуя нельзя, блядь, сделать в ней, нахуй. Попробуй еще раз. Где я, блядь? Вот где я, блядь? Во! Подходящие. Подходящее транспортное средство. Хоть что-то, блин, положительное. Нет. Нет смысла сейчас включать мне мигалку. Тут как? Подстава. А как мне их поймать-то, блядь? Я не могу так подлетать нормально. Надо угол вычислять.
Ну, не, это сложно. О! Скорость сбрасывает, и все, и кобзда. Во! Я, блядь, зацепил её, сука! Его, кольцо это. А тут оно не получится, разгон даже взять. Ну, скорее всего, да. Мне не дадут кольца подобрать, когда я выйду из мотоцикла, да? Они сразу исчезнут. Ох ты, безумный трюк, сука, заезжай! Да, кольца сразу исчезают. Так что, не получится. А ноуклип, как им кверху? Как ноуклипом пользоваться, я не знаю как. Стоп. То есть реально попробовать пересесть на другой мотоцикл, ну-ка. А я не смог. Не, надо чтобы сейчас попробую убрать этот мотоцикл. А что у меня зависло? Активируй. Если я сейчас вот сюда зайду. Если я на место. Если я на место спауна сейчас закину какую-нибудь другую тачку, надо причем миллиметр в миллиметр просто попадать. Вот вертолет. Вот на вертолете, кстати, да, было бы попроще. Прям вот где-то вот так вот. Кстати, может быть и не сработает на самом деле. Так. Он еще и машины будут долго погружать мне, да? Не, примерно не тот. И сука выкинула. Куда? Как-то так. Так, ладненько, вот здесь. RG-300, RG-500 точнее. О, стоп! RG-500 же должно быть или как? Уже 59 минут, это вообще пиздос полный. Не, алло! Алло! Нет, не тормози! А, блядь!
Да, блядь, и на текстовый документ нажать. Все, вылетел. Ебаный проводник, блядь. А, не все. Все нормально. Как там? Energy 500. Energy. Не RG, а Energy. Ну, ищем этот Energy. Заебу, блядь, нахуй. Свернись, блядь, сука. Energy, а я RG. Ну, что сделаешь, если я такой тупой? Назад. А его тут нету. Его тут просто нету. Он сталкер. Не сработало. Что? Тут что-то есть? Ах ты сука. Вот видите? Тут контейнеры только что были. И исчезли сразу же. Я понимаю, что этот вертолет что-то мне поможет, но... Не. Нет, вертолет мне ничем не поможет. Блядь, это такой пиздос, чуваки. Это такой несправедливый пиздос. Просто. Сейчас я эту миссию не смогу пройти. А я не могу по-другому никак, блядь. Может, забить на это прохождение 100%, типа миссии, которые слишком бомбезные. Хочу все заново начать, как бы, и... Как бы, ну... Это невозможно. Я заебал уже все. Вот что это такое? Что это за хуйня? Даже если поудаляю все вот эти вот... моды на замену скинов, у которых я сейчас активно. Который... Я ебанутый, блядь, сука, все это бесит, блядь. Хочу похуй, все, я начинаю все заново в следующий раз. И все, мне это заебло, реально. Я случайно пропустил миссию, хотя я не хотел этого делать. Вот если я сейчас Алекс убью, то мне должно все погрузиться нормально. Но ее тут нету. Где она? Вот где она, блядь, где? Кто мне, сука, подставляет игру? А? Алекс не нету? А нигде Алекс нету? А мне игра виснет? А мне она сейчас вылетела, да? Вылетела? Нет, не вылетела. Отстань! Не буду ничего выполнять. Где, а? Где? Чё мне блять? Глючит. Игровой мир глючит. Сбой в матрице. Короче, блядь. Че, нет смысла проходить игру на 100%. Я, короче, сейчас вам покажу, какие у меня еще планы, помимо того, чтобы проходить на 100%. Я знаю, что я сам виноват. Я бы из-за этого сам себя, блядь, сам себе противоречу, что я буду проходить ее на 100%, блядь. Ну, что сделаешь? Если, сука, вот так вот вовремя, сука, меняются все мои эти планы. Без убийств, ну, не знаю, GTA 2, камера, мод, возможно, ну как... Вот Disarm Alien PC, как бы там если есть моменты, где надо кого-то убить, там драки, все, вся фигня, вот это да. Force Field, ну фиг его знает. Короче, пофиг. Вот Hold Up, я уже понял, что это говно какое-то уже, а не. Ну в смысле, Ctrl. В смысле? Завис! Ты что, издеваешься, блядь, надо мной, а? Ctrl Z. Тихо. Ctrl S. Так, Mirror World, я... Это первый мод, который я хотел, сука, в хаос-моде проверить. Не проверить, а пройти. No Water Physics. Что-то
Water physics. Ты там воду-то не увидишь, блядь, нормально. Похуй. Portal Guns. Попробую. The Flash. Попробую The Mirror Dimension. Уже не имеет смысла, если у меня такая вот херня. Но, как бы, если что-то там увижу, то... Нет, не имеет смысла уже все. House Mode с любимыми эффектами. Уже не имеет смысла. Полный хаос, полный рандом, полный хаос и рандом. По-честному, без читов и читрейнеров, как бы. Я уже не хочу этого выполнять, похуй уже, абсолютно. Буду по-честному, вот, дизаймали NPC, то есть, там, по-честному, рукопашку. Вот. А так, из-за того, что GTA-шка у меня, как бы, сами видели, что с ней происходит, как бы. Это последняя серия у меня, GTA, прохождение GTA San Andreas на 100%, потому что я уже заебался. Прошел я не на 100%, как бы, да, уже понятно. Я даже на 25 не прошел, да? Сука, давай бегом! Пиздос. Даже нормально, сука, завершить видос, блядь, не могу, сука, из-за того, что мне, сука, гадашка, блядь, подсирает. Мне все подсирает, ком подсирает, все, блядь, подсирает, сука. Закройся нахуй. Ну что это за говно? Вы видите сами. БСК стопудово это все записывает. Статистика. Я на статистику нажимаю и нихуя не... Сука. 22%. Почти что 23% я прошел. Ну, а игровой мир, как бы, он будет подглючивать, как бы, да. Дальность прорисовки на максимум, на минимум, хоть как его делать, все равно, сука, он... Не, ну, чуки, даже вот при вас вот специально сделаю, реально. Дальность прорисовки, реально, я сделаю. Реально, на самый минимум, просто реально. Никакого сглаживания я тоже делать не буду, как бы, это нахуй не надо. Ну, дальность прорисовки, кстати, ну... Ну, кстати, вот... Вроде что-то и улучшилось, вроде бы. Ну, из-за того, что я пропустил миссию, как бы, уже не имеет значения. Вот. Как бы статистика убийств. Как она будет? Типа, преступление, да, в преступлениях. Затак называется это все фигня. Звезд брошен, арест, преступника убита. Членов банд убита, людей убита другим. Людей убита. То есть это. Получается, это сколько я убил? Вот, допустим, смотрите. Сейчас я начну новую игру, как бы. New game, все, да. Delete, похуй. Сейчас посмотрим, как бы, по логике. Что сейчас будет? Сейчас, как бы, со старта у меня другая статистика должна быть уже. И чё? Что, у меня вылетела GTA-шка? Или чё? Да, она вылетела. Да алло! А нихуя не могу сделать, блядь. Она вылетела, походу, реально. Она же вылетела? Тихо. Контроль делит, я ничего не могу сделать, блядь, по-другому. Алло. Да контроль делит, блядь, хотя бы, блядь. Чё? За хуйня. Алло. Это всё? Алло. Уйди уже, мне уже не надо. А вечно вовремя, сука. Когда я контроль делит, я... В большинстве случаев, когда контроль делит, нажимаю на запись, она уже мне не нужна, как бы. Сука! Почему в аккордном режиме она включается? Не понимаю, блядь! Что за говно? О, видите, она даже этот поменяла. И чё? Как бы, и ничего не изменилось. И ничего не изменилось, блядь! А, вот сейчас изменилось. Алло. А почему у меня... Курсор-то мне нахуя тут? Уйди! Курсор-то тут откуда взялся?
Ну что зависло? Опять. Откуда курсор, блядь, взялся, нахуй? Уйди, блядь! Сука ебаная, блядь. Курсор-то, блядь, нахуй тут нужен-то, блядь. Ёбаный рот, блядь! ОБС-ка тут тоже выёбывается, блядь. Ну всё это заебло, блядь, уже реально. В ГТАшке было дохуя этих... Во, видите? Вот чё это за говно? У меня курсор в левом верхнем. Ну вы его не увидите, конечно. Только вот сам игровой курсор. Вот, видите? Игровой мир опять в говне. Как бы вы скажете, ну просто переустанови ГТАшку. Короче, пока будем терпеть так. Пока будем терпеть так. А я не вижу, куда надо идти. Вот сюда. Где? Где Алекс? Вот она, Алекс. Так вот, в статистике у меня... Ноль. Ничего я пока не успел сделать. Где убито? Ноль. Сейчас я никого не буду убивать. Как бы подставлю Алекс. Пускай Алекс на Алекс наорёт. Блять, меня сейчас убьют! А, нет, не убьют. А, не убьют. Чё это я? Я не буду, я же не сдохну. Вот! И сейчас посмотрим, на кого повесят убийство. На меня? Или не на меня? Все на бант убиты. Людей убиты другими. Людей уби... То есть на меня повесили убийство? Вы охуели? Главное, людей убиты другими. Вы охуели, блядь? Я не виноват! Почему на меня повесили убийство? Так, интересное кино, блядь, получается. То есть, блядь, его... Это пиздос. Два. Если два, то это значит... Ну, кстати, да, еще лайфхак. Лайфхак один. Сейчас вам покажу. Лайфхак один очень полезный. Вот как бы сейчас у нас... О, самого себя! Заебись! И вот смотрите в статистике, что у нас указано. Преступление. Ноль получено, ноль звезд, это понятно все. Людей убито ноль. Он сам по себе, у него сердечный, пердечный приступ какой-то. А, не, он трусит. Вообще нихуя ничего не видно. Так. О, а тут будут стоять, пускай они сами себя убивают. Чё я соскальзываю-то, блядь? А нет! А я соскальзываю, это пиздос. О, они дохнут? Они... О, он... Так, посмотрим, на кого повесят убийство. На меня? Потому что он типа за мной шел, типа... Звезд получено. Ну, понятно, что звезд получено. Люди убиты другими один. Я бы так. Почему я застрял? Типа я застрял и все. Я нихуя не вижу, чуваки. Ёбаная ГТАшка. А, это же первые.
О. О, видите, прорисовывается потихоньку, но все равно этого... Очень медленно опять исчезает, сука. Ну, допустим. Пам. Пам. Что, на меня нападать будет? Нет? Да. Тут кого? О. Ну что они друг друга не бьют, а? Во! Все, сейчас не будут драться друг с другом. Все, сейчас будут его убивать. А, тут побежал! Сука, давай убивай его! Далеко он не убежит, давай, ну хера! Сука, он сейчас убежит, исчезнет, блядь! Подгни. Какой из них чувак? А, тот, что с топориком. Стоять, сука. Сука, стой, блядь. Я буду помогать. Куда ты побежал-то? Ну, стой. Я сейчас убью таким темпом. Игра вылетела в итоге, блядь. Ну, короче, вы поняли. Без убийств. Блядь, я даже без убийств. Нет, без убийства будет самое скучное прохождение. Как бы. Какой смысл в GTA-шке без убийств? Эй, мне черный экран, мне это не нравится. Блядь. А, все хорошо. Короче. Без убийств, я думаю, тоже. Не буду проходить к Дашку, потому что это бред. Вот какой смысл без убийств? Это будет самое скучное. Да. Из-за того, что, блядь, у меня все пошло по пизде. Вот из-за этого только я буду все свои планы буду менять. Только вот из-за этого. Ту-ру-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру, как бы. Майо сдох, как бы. Я тоже сдохну скоро. Блядь, это пиздос, я. Ну что сейчас? Вот, текстовый документ, почему, сука, так медленно, блядь, грузится? 37 байт, блядь, ему сложно загрузить, сука, 337 байт, блядь, это пиздос вообще полный. Меня без убийств будет очень скучно, что... Да. Ну и как бы... Да, пока что... На этом все. Пока что пока. Чуваки. Если вы досмотрели до этого момента, я вас поздравляю, значит вам не все равно на мои видосы. Короче, дополнение. Я поудалял некоторые моменты. Если это никто не увидит, я потом в следующем видосе это скажу. И короче, что получается. Камера GTA 2 отбой, потому что я запустил с этим модом. Просто, ну так, в качестве интереса, как бы, будет ли работать. Я такой наивный. Конечно, можно попробовать как-нибудь в режиме прогулки, там, потому что в катсцене она все просто вот отрубает. Ну как, правильно-то? Я бы вам сейчас показал, но нет, не буду этого делать. Как бы, что получается? Как бы начинаем новую игру, и там просто вид сверху, ну как бы GTA 2, вид сверху, как бы, логично. И что получается, я просто вижу тупо персонажа, вот с видом сверху, и все, я слышу голоса, вот эти вот из катсцены, типа там, ну начало игры, как бы, вы понимаете, и что получается, все. Катсцена по звуку заканчивается, и на этом стоящий момент. У меня зачастую такие глюки, когда я телепортировался, прям точно, прям вот на метку идеально телепортировался в катсцену, и все. Только Alt F4 выручает. Но играть в таком режиме, сюжетку проходить, бесполезно. Там либо территории захватывать, короче, все, что только в свободном режиме, чтобы никуда не заходить. Ну,
На метку точно заходить нельзя. Если метка, она в которой катсцена, а можно попробовать зайти на такие... Нет. Как бы переключать камеру тоже нельзя. Как бы. К сожалению. Вот. Ну, и все. Как бы. Все, больше ничего не скажу на этот счет. Все эти я... Я удалил, получается, что я удалил? Как правильно-то? Ну, некоторые скины я, короче, поудалял в этом мод Унистали. И все. И заработало. То есть я телепортировался там всякое разное. Там было дофига Алекс, но... Того глюка с... Короче, где пропадают объекты, дороги, пока что нет. Пока что. Я просто не буду каркать, потому что, может быть, включу следующее. Как назло, сука, будет эта херня. Да. То есть там нормально так поудалял, нормально, чтобы прям вообще не нагружало и все. Ну и на всякий случай там два раза, когда удалял какой-то конкретный мод, преобразовать архивы, вот. Как бы... Ну что, получается, все как бы. Пока что вот такие вот новости, как бы. Там, какие моды захочу, такие запущу, как бы. Вот, я вам все уже показал.